Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Ну что, продолжаем нашу рубрику, которая называется «Наши пленные». Вот это пленные, которые взял отряд Каштана напротив Нижней Паровой. Вот второй уже пленный, значит. Представьтесь, пожалуйста. Молощук Ярослав Владимирович. Так, число, месяц, год рождения. 20.09.1982. Так, откуда родом? Украина, Тернопольская область, город Збараж. Так, понятно. С какого подразделения? 41-я ОМБР, отдельная механизированная бригада. Так, понятно. Ну вот, как вы вообще давно оказались вот, то есть, как она у вас называется, в формированиях Украины военных? Меня мобилизовали 10 июля этого года? Этого года, да. А как вы так быстро оказались сюда? Не знаю. Не знаю, как так быстро. Учения закончились где-то 4 недели назад. То есть вы на учебке были сколько времени? Приблизительно полтора месяца. Нас возили туда-сюда, по разным полигонам. Ну, как ребята сработали, наши Ахмат? Отлично. Особенно Волк отнесся к нам по-человечески. Одел, обул, перевязали. Накормили, так, ну, напоили. Вот для тех, кто видит вот это состояние, это вот непосредственно в процессе боя то, что получилось. Он у нас получил, получается, перелом ноги, да? Да, правой ноги. Да, перелом правой ноги, но это уже в процессе боя то, что произошло. С момента, как вас уже оттуда вытащили, вот какие-нибудь вопросы, как вам относятся? Нет, отлично, по-человечески, супер. Ну, смотрите, друзья, ну, что нашим хочу показать ситуацию, ну, и тем, кто находится на той стороне. Кто еще не принял решение остаться в живых? Я вам предлагаю сложить оружие, сдаться в плен для того, чтобы сохранить свою жизнь. С момента, как вы уже попали в плен, вы являетесь, уже не являетесь, то есть, нашими врагами. То есть вы уже военнопленные. Отношение к вам у нас соответствующее. Сегодня он как раз должен уже уехать в госпиталь, где ему окажут полноценную помощь. С момента, как было тяжело, пока его оттуда не вытащили, там другое вот обстоятельство. Поэтому я вам могу предложить, чтобы вы принимали решение, сдавались в плен, потому что Россия и так и сяк все равно уже победила. Вопрос вашего проигрыша, он однозначен. Поэтому, чем раньше сдадитесь в плен, тем больше у вас шансов остаться в живых. Что бы вы сказали своим товарищам на той стороне? Сдаваться. Ну и не ехать в Россию, это точно. Ехать в Россию, это точно. Без приглашения точно нет. В гости можно, но с оружием нет. Ну вот видишь как. Ну что, друзья. Принимайте правильное решение, оставайтесь в живых, потому что те, кто из них не успел сложить оружие, они все мертвы. Ребята работают, спецназ Ахмат и другие подразделения России точно так же по достоинству уничтожают врага, и в живых остается только тот, кто принял правильное решение, вовремя сдался в плен. Ахмат сила, Россия мощь, Бог един. Аллаху Акбар.